Даже если появится моб, то он сагрит, скорее всего, на вас. А так, в принципе, нормально. Единственное, что проблема сейчас только в том, чтобы сбивать косты от хила. И здесь бы был идеален Холи Пал еще дополнительным хилом, а Керс бы был идеален в Лемя. Тогда Просто, было бы сам... допустим, если у от... Коника, а сколько у тебя КД на пинок? Как раз таки 10 секунд. То есть у меня пинок открешивается, я стою, жду, пока он начнет кастовать. Там есть запас на пару секунд. Просто пару раз я кидал еще сало. Салом забивал. А ты знаешь, как сделать? Макрос сделай, чтобы тебе проще было. Слэш С, ник этого моба, жрец там. Вот этот. Так, а кто у нас еще косты может сбивать? Так, все все шаманы могут. Шаманов, хилов, меткости нету, они будут могут... Ну как вариант. Тыкать через макрос будет нормальный вариант. Подстраховка хотя бы. Бабл может подсуетиться, точно сорвет. Сядь в сурве. Забудь. Сядь скриптер на костах, да? Сядь, в прошлый раз не. Скрипты подрубил бы ни одного коста не было. По поводу еще. Один маленький нюанс. По поводу танка. Выберите себе позиционку, те, которые на боссе, чтобы вы были со стороны рейда. Ну, то есть, со стороны, блять, вот где РДД зона. А еще секрет такой есть. Локи могут собаками сбивать все 5 локов. Да ебать, лучше не стоит об этом говорить. Почему? Потому что люди одной кнопкой сбить не могут, а, блять, тут надо собакой. Ты чё, прикалываешься? Ну, писать. Так там тоже одна кнопка, на самом деле. Хули поделать, писать придется макрос. Слэш С, жрец там. Хорошо. Сейчас посмотрим. Алоэ и Коника сидят на костах. Я думаю, два человека, даже если у кого-то не санет, смогут сбить косты мобу. Я думаю, в этом проблем не будет. Этот, по поводу всего остального, все делаем так же. Единственное, что мы народ, знаешь, что делаем? Старайся под конец, вот, когда у него половина хп, вот того, блядь, синего, отводить его подальше, чтобы не засирать тут лужами, пиздец, как этот. А, еще забыл тут добавить, что перевод должен случиться с 3 паков трэша. А иначе? А иначе можно падать. Ладно, поехали, посмотрим. Выбирать сразу. Так, а чё, он забагался? Таунт. На мне, саков нет. Все забрал без таунта.
еще на меня смотрит. А, нету, нету, нету. А, ебать. Надо было стрелять. Да, я там тут стрел. После этого... А, ты уже забрал. Ага. Не бью, короче, там. Не знаю, сможет. Нету. Эль, не, ну я знаю, сейчас у меня. Меня как бы. Все, забирай. Так вроде демнишн, что стопнул сразу. Попробуй через сами сейчас. КД. Уже и подбирал. Не-не-не, я просто выжил секунду, чтобы не сразу. Так, пробую мешал. Ну, без таунта. А, вот на это, меня так вот раз что-то. Че, сдохнешь? Да, сдох. Есть, я сейчас встану. Подведут этого вот это. Бафы там. Ну как правильно кино. Без таун. Без таунта? Ага. Ой, ебать. Блять, вайпуемся мы. Он весь рейд лежит. Ты что-то какая-то жесткая хуйня, вообще жесткий дамаг. Как так, блядь? Или хуй знает, что это такое? Твоя душа принадлежит бездне! Трэш? Я заберу, не парься. Нет. Лёх, давай мы с Антоном вдвоём подбиваем, а Жужин будет на подстраховке. Потому что пока его тайфун летит, хуй его знает, скинул он его или не кинул. И с Анкилом тогда в комнату пойдем. Ну, давай. Если подлетит танк, который трэш, это будет очень плохо. Соответственно, если дебаф кинулся на танк, который танкует трэш, к нему должны выйти несколько человек и разделить с ним дебаф. Да монород уже ловил все нормально. А что плохо? Слышишь? Просто... Ну потому что мобы по текстурам начинают бегать вот этот вверх. Я сразу череп на таун, на танке, а сразу таунчу на себя моба. Нет, ну если так, окей. Типа я сразу таунчу, если вижу, там, допустим, вижу, что, блядь, целое череп поставился, все, я сразу таун даю по мобу, моб на мне, пока он там летает. Если все вовремя делаете, то заебись. А че мы вайпаемся? За чего? Жена НК сбить не может. Ну только не ставьте его на каст. Ну он поменяли. Давай отрез. Да, Локи, давай сейчас. Дилору, сколько когда? Про два реса. Ага, это самое. Если сдохну, дашь. Сейчас мне Локи дал. Этот алоэ монороз, отслеживайте вот эти стаки ебучие. Под конец стаков старайтесь держать на большом круге. То сейчас снова коника положила вместе с этим Редваром. Потому что моб стоял близко возле босса. Рыбу ешьте там, бафу давайте, ипана. Нет, я выжил, урод. Давай.
Да, его надо изначально ставить чуть-чуть подальше. Вайт, пошли в БГ. Нашу комнату заняли. Смотри, когда с пула бьем, лучше тебе не стопать после первого таунта, потому что там ВДшники под герой начинают это рвать сильно. Ага, давай. Нету. А, есть, есть, есть. Стопы. Сразу там, там. Хотел бы там, что-то не получилось. Сейчас ты... Сейчас агройся нам. Без таунтов пока забираем дроп и дроп. Но сейчас лучше таунт сразу кидать. Кидай. Сейчас нету диминишинга вообще никакого. Нету, нету. Блин. А это без таунта, нормально. Ага, понял. Сука, я что-то 12 стаков скинул. Ебать, прям у меня луч. Да, на тебя нету, так что я не таунчу. Агро набивает, а сорвет. Все, забрал с таунтом пока. Попробуй без таунта, я стопну. О, все, забрал. Набивай, набивай агро. Тебе проще набивать агро, кстати. А мне просто таунт кидать. Набивай. Стой, не набивай себе. О, набивай. Стопну. Набивай, набивай, похрен. Отлично. Что за... Видишь, у меня на агронабор очень мощный. Ну да, у меня Т5 зависит, это немного сложно. А у меня стаки висят, и все нормально. Все, я забрал, так что это, набивай. Не бью. На мне, он на мне, бей. Сейчас каст начнется, до каста еще забью. Да, если вот, я... во время каста можно. Таунтил, короче. Сейчас со шкала. Я не забираю стаков на тебя, нет. Ага. Понабираю его. Да, набивать. Может сейчас резистится. Может, еще разок. Забрал. Набивай, набивай игру, я стопну. Забрал, он твой. Без таунта. Так
Так это вмешательство, там моментально минус 10 прицели. А, ну вообще, вообще должно. У тебя кдшится часто? 30 секунд. Ну нормально. Вообще шикарно. Вар не такой говнокласс, как многие думают. Не знаю. Да, вообще шикарно. Нету коста. Как начнет кастовать, я стопнул. Все, вмешательство в меня. И бей сразу. Все, забрал. А че он налег? Не знаю. Он в лёг кастует. Лёху не положи. Забрал через таунт? Угу. Нет, на тебя стака не забирает. Лёха, может, мост таунт прожил? Ну. Стопни чуть-чуть. Да, не бью. Бей сразу. Все, начинай бить. И вмешательство, если есть. Все, он твой. Вообще изи оказывается, да? Угу. Только босс. А то сальву, бабл придумали. А. Так, что-то. Стопни чуть-чуть. Разогнался. Все, начинай. Прям во время коста можешь начинать. Даже если не кинет плохо. Если не сорвешь бабл есть. Ну вот сейчас бабл. Ага, завезу. Ну пускай. Ну бей, попробуй забрать. На мне стака нет, но если заберешь, хорошо. Забрал. Мешалка забрал. Ну вот мешалка самая оптимальная. Ну там кули моментально. Да, босс отхилился, было меньше сотни, а уже за сотни. О, стака нет, можешь бить дальше. Да, есть, есть, виси ко мне. А, сдохну. СС есть? Да. Стою. Таунтом забирай. Падаем, падаем. Отхилился два раза. А там висеть лежит, еба. Ну, прилетел. Ну-ка. Нихуя. А он когда в темном форме, он бьет чисто ну, черной магией. О, есть, если я стану. Только кого я резну. У нас резко. Да, пошли туда, что там скажут. Через секунды 3-4 он будет кастовать врата бездны, и оттуда он призовет своих послужников. Я в курсе. Вторая фаза добивается именно через воплощение бездны. Сколько еще процентов сняли босс? Вага. Жопа полная. Вага, блядь, я не проследил. Нормально уже было. А, оставалось 20% снести, но на боссе было 85 стаков. Это полная жопа. Да не, понимаешь, нам на первой фазе можно хоть до 100 набирать. Ну, типа, главное не 100, так можно. Надо вот... довести до 30%. Лёха, а как полное имя у жреца? Рисните, пожалуйста. Сейчас тебе скажу. Не мог вас прописать. Жрец Фабин, из... Чат. Окей. Чат. Там просто первый раз монород сдох, типа, второй раз он в текстуры улетел, в общем. Это первый нюанс, иконика плюс еще сдох. И БРов нету. Киньте, короче, сейчас СС, приоритет такой. Войд, Кават, Монород, иконика. Вон, смотри, есть Холи Паладин. Надо я как-то сдох. Поменять рейд. Сдох от того, что слишком далеко от хилов, как я понял, убежал. Чтобы как раз сбить, я убежал на спринтах. Да тут все просто, наверное. Кирс... Женуэна. С рейда.
Да, кир со спеком влема. Кир со спеком влема и берем Холи Палов. Жмена на замену. Все равно не может. Минус БР, окей, но у нас 5 ССов. Тут вообще БР и нет на что тратить, на самом деле, если все нормально. На первой фазе точно. А что по усилкам там? Ну что, Кирсули не подбивает? Я на фазе пали, наверное, они не... Короче, это хилы. Чтобы вам было проще все прохиливать. И РДД зона, да? Вот сюда остановитесь-ка. Примерно. И стойте вот здесь в кучу. И миликов будет АОЕшки задевать. Лучи туда не идут. Лучи туда не идут. Я вообще в боссе стою, прям ближе к боссу. И танков будете доставать по большому кругу. И мосты со мной стоял рядом, я видела. Значит, этот Розария, стя частица по, знаешь кому? По Монороту. Окей. На нем должна быть частица всего. На Стюхе нужно отойти. Давай, Настюха, быстрее только. Перекор 3 минуты. Так, получается этот. Кирж, тоже же можешь подстраховать, если что, да, там? Тех, кто косты сбивает. Окей, страхуешь. Фарада, если что, там страховка нужна вам с анкилом. Скажешь, Кирс. И, блять, мобы и выйдятся, сука. Кто смотрел, сколько мы боссу снесли? Вы Кирса Валема спекнули? Да. Где-то 50% там осталось. Он нас тоже будет страховать? Если, блять, пиздец уже не будет вам, как возможности сбить каст. Да нет, мы сейчас вообще нормально все сбивали. Ну все, если нормально все сбиваете, он туннелит босса. Если что, проанонсишь ему. Если, блядь, вдруг там что-то случится. Из другого канала. Может, он не по туннелю босса, а косты-то сбивает. Макрос, сделай, чтобы в личку. Вот, кстати, да. Может, лучше бы он косты сбивал по фокусу. Ну, типа, есть? Ну, так он и будет этим заниматься тоже. Не, ты понимаешь, сколько коника проебывает ДПС, а Кирсу надо просто... По фокусу дать. Блять, я понимаю, поэтому он этим и будет заниматься. А Коника, если Кирс ему проносит, все, пиздец, я, блядь, обосрался, тогда Коника подбирает. Жопу вытирать. Окей. Тогда жду анонс. Наждачкой. Геннадий мне он в Дискорде пишет, ставь соляру на завтра, хочу соляру. Он сегодня в ночь, он мне тоже писал. Главное сегодня убить, пока этой совы нету, проклятой. В принципе, осталось 20%, и у нас были вага этот. Вышли только, ну короче... У нас вышли только третьи мобы. Вот только вышли третьи мобы, и у босса еще оставалось 30% снести. Так и должно быть, нормально было. Не просто так сказал, что уже 20, лучше. Не 30, а 20. Привыкнем к слаженности действий, все получится. Слушайте, что это поинтересоваться тут хочу. Когда босс переводится на 30, да? Да. Он начинает водиться, да? Да, она станет демоном, ее надо будет водить. Его надо водить будет, надо будет. Держать на ней косноязычие. А как мобов распределяем? Я к чему будут? Хочу спросить. А, лучи появляются из вот этих окон, да? И лучи идут к боссу, правильно? Ну да. Типа босса надо будет увести куда-то, да, чтобы лучи в него не шли или как?
Лучи все равно будут захуярить. Насте там надо срочно на 10 минут отойти, она была. А, ты сказала, что... 5 минут назад, я же сказал, 3 минуты перекур как раз. Уже 5 минут назад она это написала, так ну, сейчас будет курим и будет. Лучи также будут на этот, на ласт фазе. Вот я, ты, Монород, мы как, по 2 мобалую? 6 мобов выходит на перефазе? Нет. Или... Не будет мобов вообще на перефазе никаких. Да, они перефазе... потом будут выходить потихоньку. Они потиху будут выходить, то есть выходит моб, допустим, одного забирает Монород, там, второго забираю я, допустим, ты забираешь третьего. И все. Четвертый вышел, там, ты его, да, если что, забираешь. А что со стаком босса? До того момента, пока четвертый выйдет, до того момента, пока четвертый выйдет. Стаки должны повеситься так, то что мы переводим вот на 30%. И в этот момент она должна превратиться в демона, то есть словить 100 стаков. Начинает скайт босса. Приблизительно ее вот, где я сейчас бегаю, ну, грубо говоря, здесь ее словили, и все, блядь. И вот повели туда-туда. Там еще маленький нюанс. Босс будет стакать этот урон от темной магии увеличивать будет. Кирс, от него. Чего? То есть по танкам будет увеличиваться урон от темной магии. Поэтому должен быть танк, который full shadow resist забит. На ней именно. Так Кирс, ты про хилку или про что? Этот, и что по поводу адов? Смотрите. До того момента, пока третий моб выйдет, грубо говоря, да, первого уже должны слить. Поэтому РДД. Видите адов, свечитесь в адов. Типа, есть ад, значит, надо его бить. Можно я буду сюда босса туннелить? Потому что где-то рядом будет шляться жрец. Да, блядь, что хочешь, делай. Главное, чтобы каст был сбит. Мне вообще не ебёт, типа, можете дамажить, там, тунелить, блядь, вообще там, показывать ну, просто цифры. Сейчас получается, что у нас у двух людей, у резиста ванкила проебывается ДПС. Сейчас ванкила будет меньше проебываться, конечно, но все равно два человека теряем. Будет всё. Без саппортов, да? Все нормально, просто, блядь, не проебывайте касты, будет все. Кир, Скару не надо бить, только хилку. А мы дезориентацию сбиваем. Да не, Кару нахуя вообще сбиваться? Мы с Анкилом сбиваем кольцо чего-то там, конечно, а ты да. Сбиваешь быстро. Там в том, что больше 10 стаков эти прислужники на танке не настакивают. Вот даже я, когда держал двух, блядь, этих провидцев, на мне было там 10 стаков, ну, блядь, я бы не сказал, что меня там пиздец как сильно пробивало. По поводу стаков, я все-таки думаю, надо... Не 3 стака набрать, а так, типа, 1-2 стака. Соответственно, приоритетно вот мы 3 мелик, Бабл, Даркис, Санте, Делорус, Неликс. Локи, короче, вот чтоб обязательно тоже там 1-2 стака словили с мелик. Ну и Бабл, соответственно. Почему 1-2, почему не 10, например? Не надо так много ловить, потому что на второй фазе очень сложно будет. На второй фазе пускай ловят те, у кого вообще стаков нет, как бы разницы не будет. Смотри, на второй стаке, блять, на второй фазе будет 4 луча. Охуеем их перекрывать, не дай бог кто-то взорвется. Ты но это резать уже не сможешь. Кто с первой фазы наберет стаки, просто не будет на второй перекрывать и все. Нет, лучше сейчас как раз то второй набрать по минималу, типа 1-2. А второй уже всем пытаться перекрывать. Потому что кто-то умер от луча, все, мы его резнуть не можем, это минус один в рейде. Ну просто там все-таки урон какой-никакой дается, если с пула этот урон на игроке настакать хотя бы, ну, будет больше вариков с переводом и все такое. Хилы посидеют. Пришла, нет? Че нет? Даю проверку. Вот и так как бы хилить очень много, не надо лишний раз травмировать хилов. Как раз типа гонка ДПС начнется на второй фазе, тогда уже да, перекрываем порталы, набираем побольше. А первые 1-2 и все. В совокупности как раз с каждого игрока там 1-2 стака, вот тебе процент 2. Понимаете, помимо того, что вы будете перекрывать порталы на второй фазе, вам еще надо будет этих адов сливать.
Не забывайте этот маленький нюанс. То есть даже если вы перекрываете портал, вам все равно надо адов сливать. Типа да, 50% снижения урона, типа 6 мобов, конечно, мы убивать не будем. Ну там, хотя бы если 4 мы убьем, это минус 20%, скорее всего 5. Я просто думаю, 10% мы вот своими руками заебемся ей снимать. Настюха здесь? Нет? Еще раз. 10 уже прошло. Моменты, как она мне написала, прошло ровно 5 минут. А мне 10. Она потом тебе писала. Перестраховался, видимо. Да, Полина прочитал. А мы еще Герус Пула, да, даем? Ну, она все равно на вторую фазу откатится. Ну, сегодня уже получше в плане танков и закрытия этих лучей, блядь. На боссе хоть не волоебить. Да хуй там волоебить, там, блядь, великий протовар. Там, блядь, вообще без таунтов забирается босс. Угу. Это все так думают, типа, вар, хуёвый танк там. А на самом деле, он чудеса. На самом деле, такие. Варды забили на этот вообще. На все остальные рейды решили крепость бурь, четвертый, или какой у них. Да, четвертый день хуярить. ОКХМ. Четвертый день сидят. Ну, так они немножко неправильно делают. У тебя, Лёх, тоже башка с робота, да, осталась? Зачарена. Ничего страшного, это там 25. Я знаешь, что думаю? Надо фармить, походу, Т5, там по 4 куска вот эти, чтоб чарки не перечаривать, типа, чтоб были и быть. Чё за хуйня? Кто там с чарки? Это козу! Диваны. Вот, дай там, вижу. Диван на мне есть. Достойте на месте. Не бегайте, он монород. Метко тебя преследует. Вы умрете. Монород теперь будет меткой так по рейду все время бегать. Сразу будет видно, где провидец, да? Нет. Хорошая идея вообще, вот, чтобы за монородом меткой хуярил. А чё здесь? Макрос сделать, чтобы вешать люди по ассистам. А чё это сейчас было? Да пет, сагрил босс. Правой кнопкой мыши хуйнул по боссу. Угу. Пэтов на пассив-то не ставят. Так они тогда бить не будут, если на пассиве будут. Бля, даже в диване вешается, блять, этот дебаф, обратный знак. Ну, конечно, невосприимчивость идет. Никто не вставает. Чё с Настюхой? Давай, может, пока заменим. Йотан, если что, здесь. Всегда готов. Слышишь? Ага.
спел, блин, в ДЦ спекнем, а возьмем там Пирса обратно, может, хила спекнем. Типа три Лестер Шамана, Лестер Друид, ДЦ Холи Пал. Где она уже пришла? Так, рыбу поставил. Что произошло? Опять случайно ставлю. Демоны, блять. Как ты угадал? Это все Локи. Да я говорю, давай, может, поменяем пока что. Типа, блядь, толку ждать столько времени. У нас диспел? Блядь, Элбрил по диспелю. Ну давай, давай, окей, Элбрил в ДЦ. Элбрил в ДЦ. Элбрил в ДЦ, тогда спекайся. Можешь в 5 хилов попробовать, куда? Нет, нет. Это плохо. Ничего, сбивал как остов там. Вот, речница. Че, Кирса хила, да. Сядь в рейд. Кирс обратно. Да. Сейчас он как хуйню. Сбитаю ему косты. Будет два вумма балла сбивать хоть одновременно. И бур. Че, сядь справится, нет, с костями? Цепнул. Ну ладно, давай. Коника страхуй, блять, я не доверяю. Кирс, ты им там объясни, что надо сделать. Фокус-таргет, не фокус-таргет, я хуй знаю, чего там делаете. Скрипты врубай, короче, и тогда 100% буду тебе уверен. И боссу тоже сбивай, косты. Да, и босс, блядь, всем сразу, блядь, на 0-1 секунду. Еще каст не пошел, а уже сбили. Мост интересно. Блять, еще раз вес. Все, бафы даем по всем. А сядь-то тут. Мне просто либо бить босса, либо не бить босса. Бей босса. Если okay. Один хоть каст приебет, ты садишься на каст. Ну, сядь здесь. Сейчас в ВК ему написал, идет он. Окей. Дайте по нему сум, чтобы сразу был, чтобы он здесь появился. Лапу не давайте, масбаф еще держите. Шамана нет. Или с лобика возьму. Не-не-не, сядь возьму. Нужен 5% типа крита. А, все, он уже здесь. Давайте баф. Кирс, разбомби ему личку, чтоб там с ты хила сбивал. У меня же скрипты есть. Скрипты есть, все, все заебись. Можно и поесть, да? Все, забирай, набивая агро. Сейчас вдруг не повешается. Повесь. Сейчас, подожди, не бейся. Все, начинай. Все, забрал. Набивай, чтоб не сорвались.
Лол. Добро. Ты сорвешь. Повезло. Набивай сейчас диминишн, может быть. Все забрал. Набивай сейчас под техниса. Подожди, не надевай. Вот сейчас каст пошел, поддавай. Все, забрал. Подожди. Так же само. Бей. Ну, прямо во время каста, ты, короче, понял. Все, сорвал. Вообще чудесно. Можно и в другой канал не прыгать. Я забираю таунтом, а ты во время каста просто бьешь. Ну и все, таунты, все, я больше не бью, автоатака чисто. Смотри, не сорви. Он все, можешь забирать. Он шикардос. И зачем тут таунты? Так, пока забрал. Все. Там тупо крит казни проходит и все. Крит там еще жопа огромная. Быстро. Что, один крит и забрал? Это в мешалке сейчас будет. Ну там пиздец, да хуйщая, брат. Так хорошо. Стоп, я сейчас заберу. Ну, если нет, то можешь таунт кинуть. Все, может быть, если не получится. Можешь перестраховаться, все, забрал. Не так часто таунты кидаем, так что можно перестраховывать. Я вообще кнопку таунта забыл. Да, правильно. Я, короче, Т5 не отдаю, я забрал. Пока просто потихоньку. Все, можешь врубить. Все, забрал. У тебя еще анонсится, когда смена цели? Начинай бить. Только не сильно смотри. Все равно у нас диминишинга таким образом не будет вообще. Я чисто там. Всё, больше не можешь уже начинать, потому что во время каста каст идет у меня по-любому.
все, чисто там, и автоатака, чтоб сильно не срывал. Можешь сразу забирать пик. Таун там летать. Блин. Долго-долго. Бей, если что, сальвы на всякий. Ну, мешалка есть. А, тогда вообще без проблем. Хильнулся босс, что ли? Чисто таунт он забрал. Так что сильно не будет. Все, бей. Сальво посевает. Че, падай? Че все? Центр. Хуевенько, но не знаю. Да уже без рейд упал. Найс, падай. А мне СС есть стат. Жестко что-то, я не знаю, то ли вон провидцем дохуя, видишь, эти бури, блядь. Все свои стаки, все будет дохуя урона. Асгарда убили. Ну, все, блядь. Не крутые. Да, блядь, говори, что один. Набирайте стаки, все равно набирай. Ну так скажите, человек не набирал. Так, вайп не из-за этого произошел. Блять, вас пилить вообще нереально, понимаешь? Весь рейд проседает. О, просто... меня вообще хилить не надо, у меня под 15 стаками по 4000 урон проходит. Снимаешь, блять, эти стаки, потом тебе надо. Смотри, Неликс, во второй фазе, ты что будешь делать, если на тебе будет 15 стаков? Так я буду бить. Босса или там чего это. А, блядь, кто стаки будет перекрывать? 4 луча будет в рейде, вот кто будет лучи, да, перекрывать? Помимо меня человека в рейде. А вот если у всех заполнятся стаки, вот что мы будем дальше делать? Так пусть другие не набирают столько стаков, и все. Еще раз объясняю, до второй фазы никто не набирает вообще больше 3 стаков. 3 стака это предел. Лучше, чтобы на всех было 1-2. Когда у тебя 25 человек без стаков на ласт фазе 4 луча перекрывает, когда у тебя, блядь, 20 человек перекрывает, ты просто по времени, блядь, банально, если не будет хватать ДПСа, ты просто, блядь, по времени не успеешь поперекрывать эти ебучие лучи, и будет вайп из-за этого. Так а в чем проблема ДПСа? Пусть люди ДПСят. Я по-другому вопрос задам, чё вы упали сейчас? Так вообще, ну, сейчас, до этого может, речь не доходит легко. Мы не упираемся в до второй фазы. Да помолчи, Нелли. ДК танка сложил, поэтому как бы все накрылось. У нас не БРов нет. Там, блядь, хуёво стаки набрали на втором мобе. Очень много было урона по рейду, поэтому и танка не успели захилить. Нахуя стаков на рейде было, вот почему дохуя урона. Не стаков, а дисплей. Бля, вы можете ставить танки? Воет, коват, чтобы не ловить ебучие лучи вообще. Ну, у меня там сколько было, 7 стаков или 3 стака. Ну, блядь, 7 стаков это дохуя. Типа 1-2 не страшно, но больше нельзя. Вам поставили, блядь, позиционку определенную. Нахуя вы ловите лучи? Хилы, еще раз объясняю, вы все стоите здесь. Чтобы доставать, блядь, хили танка. Вы же, блядь, не достаете, Элбрио. Если ты вот здесь вот, блядь, стоишь. Ты ж, блядь, не достаешь танков, которые, блядь, находятся, блядь, в синей метке. Вот тут танк стоит, допустим, луч перекрывает. Как ты с ромбика, блядь, достанешь? Со звездочки достанешь. Даю проверку. А, стоп. Настя здесь? Не будем уходить, да, в другой канал? Не. Настя здесь? Нет. Блять, рыбу не вижу. Нет, нет ее еще. ПК там висит статус.
10 минут прошло. Полина тоже отошла. Блять, я что-то не знаю. Давай-ка посмотрим рекаунт. Полученный урон. Кто сдох, алоэ, да? Жрец Кара. Какая разница, мы народ, все равно убивать босса надо. Анкил. Блять, тактика вот такая, как все идет, блять. Просто стаки на мобах нормально надо убирать. Да, Асгарда убили. Тактику я еще на прошлом КД рассказал, что надо сделать, чтобы убить. Ну, больше мне поделиться просто нечем. Надо бурить до хуя процентаж. Так, провидец. По 50% дамага, то есть 50% того, что вы хилите, это буря. Это буря. Кстати, по поводу мобов. Там преждевременно видно, блять, этот... Куда идет, блять, луч? То есть вы словили моба танки, вы преждевременно можете уже мобу поставить так, чтобы моб словил этот луч. Не знаю, что ты линкуешь и зачем. Смерти. Чердейская буря. Так. Разлагающий мрак. Это стаки. Назария. Чародейская буря. Минород. Там два провидца, похоже, духу я ел. Да, то есть провидцы это пиздец. То есть мобы копятся, да? Ну там стаки просто хуйня. Да у нас ровно два пула назад все было нормально. Ну чё, если два пройдется, может одного есть смысл зергать возле босса? Да не надо ничего зергать, там просто говорю, блядь, лучи хуёво набрались на них. Да мы народ-то ждём, мы народ в пятницу уже поставил вроде сообщение дня по поводу первой каты. А чё персы стоят первой каты по деньгам? Тысяч двадцать? Да, это нихуя не минут 10, блять, у Настюхи вообще. Короче, идём в 5 хилов. Идём 5 хилов, кусумоним слобик. Слобик здесь? Это, можно попросить ещё? Вы ж с пула даёте на пул. Он у вас длится 6-5 секунд и 3 секунды. Ебаните, пожалуйста, на коват, чтобы циферка побольше была там. Магро. Конь. Рыбу поставил. С лобиком бабу. Чтоб прям нормально там было. Нет, ничего не бахнет. Горло просто проходит. Дай проверку.